Так-так-так. Ну, снова мураванка. На М53 сюда закинула, и теперь на Т-92. Ну, что там у нас с ЛТшками? Ничего нельзя гарантировать. Поеду налево, конечно же. Так, началось тут. Оранжевый, вместо того, чтобы делом заниматься, всякую херь пишут в чат. Так, ну разъезд пойдет. Не то чтобы прям он такой мощный на левый фланг, но далеко туда ехать не будем. Шеридан у них, смотрите, куда пошел. С какой целью, не знаю. Так. Накрыл. Ладно. Первый блин комом, так это назовем. Хотя, ну, такое себе. С чего был перелет этот? Чем я заслужил его? Так, ну Шеридан докатался, ясно. А ну, еще раз на него гляну. 40 тысяч боев, пацана. Так как Шеридана я могу играть. Он так и 40 тысяч наиграл, видать, знаете. Первую минуту слился, пошел дальше. Ну, я думаю, крана мы хоть как-то зацепили, хотя тоже. Правую кнопку я не нажал. Что-то я как-то не собран сегодня. А кто у нас там? Бачат. Бачат 10. По идее, сейчас опять должен кинуть. Или он там весь быка уже отстрелял. Гриль катается соблазнительно. А. Тут еще и бомбардиры могут прописать. Склон, правда, идиотский. Не. Наших там нет. Разве что вот этот персонаж. Понятно. Вот ну, по грилям, по бабахе. Тут, конечно, с замиранием стреляешь. С такого калибра. В ожидании сейчас волшебного пробития. И когда вот так вырисовывают, конечно, неинтересно. Неинтересно. 12 секунд он выстрелил. Если он еще в свету, то в принципе я, может быть, его и застал бы еще светящимся. А ну-ка. Все, он уже далеко пошел. Ну давайте, что там. Снаряды пока есть, потом разберемся. Просто картинки не будет. Смотрите, два шотных у них. Да, они уже сильно на 5000 проигрывают по хп. Попробуем. Не. Ну там без меня, здесь без меня. Короче, что-то не дают у меня волшебных вариантов настрела. Я думаю, бабаха уже далеко ушел назад. Судя по звуку, там 705-му еще и быка взорвали под конец. Там хп было всего 100. И взорвали быка. Ну. Я, кстати, не обратил внимания, когда мантикору нашего шлепнули. Ну, видать, где-то там в лесу. Они, наверное, уже вдоль красной линии тут стоят. Тут еще может кто-то стоять, если умные есть. Кто у них там мог бы быть? Проджета мог бы там стоять на базе.
Короче, не пойму я, где кого ждать, кто первый засветится. Они уже и сократили по ХП там разницу. Угу. И главное, кормой, видели? Ну, хотел как быстрее, а вышло как всегда. Но зато проджет-то все равно срезали наш. Так, ну что-то 1500 по глушке, 600 на стрела. Такой себе вариант. Ну, пускай там еще, может, бабахи прилетело рублей на 300. И то это я фантазирую уже. Там вообще ничего нельзя гарантировать. Угу. Смотрите, Проджет у нас побежал. Да я думаю, даже у них не напротив базы, а вот где-то, где-то тут может быть. И тут деревья поломаны, и здесь поломаны. Ну ладно, подождем. Такой бой какой-то полутихий. Никто никому ничего не тыкает, ничего не предлагает. Даже никого-то никому гадости не прописывает, вы заметили? Накрыл. 380. И 750 по оглушке. Ну, это уже хоть что-то. Короче, тут недавно играл я на усиленных. Ну, видите, у меня там сейчас ЛБЗ идет, тоже надо 30 тысяч хп настрелять за 10 боев. Короче, взял я усиленный. Такая муть. Когда еще криты я набивал, еще ладно, там количество урона особо мне не волновало, нужно было внутренние модули выбивать. Но когда речь зашла о том, что надо настрелять, было примерно так же, как и вот сейчас. То есть настрела никакого. Да, по оглушке заходило там. Команда там отрабатывала, но мимо. Там, причем я уже даже думал, может, ролик сделать, как 4-5 раз подряд ты стреляешь, перелет, недолет, слева прошло, справа прошло. И там же сплэша особого нет. Конечно, не бронебойный, но тоже ничего хорошего. Ну, это без меня там гриль, что там, меньше сотни. Он, видите, бача откинул, у него снаряд и то быстрее, чем у меня летит. И никак. Накрыл. Короче, фрагов нет, настрела почти нет. Но бабаха, не знаю, кто ему там дал, но вот смотрите, у него 1100 с копейками. То есть ему всего сняли там около 700. Из них я там когда-то ему прилепил там что-то 200 с чем-то, по-моему, да? 170. Вряд ли то мои художества, ну ладно. Смотрите, у них тут две арты, две ПТ и тяж на таком маленьком пятачке. Накрыл. 278. Короче, я уже смирился с таким уроном. Давайте хоть по оглушке закидывайте. Вылечился гад. Ладно, мы не гордые и так проживем. Тут моих нет. Ага. Вот кто может мне подарок сделать. 1300. Между ними или вот так как-то. Так, ну хоть враг появился. У меня даже появилась надежда на мастера. Так, видимого 2124. По настрелу-то вышло поболее. 3492. Да, настрелял больше.
пойдет. Суммарка получилась больше 6000. Ну, это еще ладно. 6000, да, фраг один, да, мастер за это можно еще выдать.